это обращение к Андрею Леонидовичу Прокопенко о том, что в понедельник здесь будет предупредительная акция по поводу нашего так называемого незаконно назначенного горе-директора Стуценко Петра Алексеевича, который седьмой месяц уже уничтожает предприятие. Областная администрация только обещает, но ничего не делает. Я стою на Красной площади, за мной областная державная администрация. В понедельник, 27 числа, здесь будут все торфяники Черниговской области, которые остались. Это Смолинский торфобрикетный завод и Ирванцевский торфобрикетный завод. Цель нашей акции, чтобы товарищ Прокопенко решил вопрос по снятию незаконно назначенного директора ДП «Черниговторф», который в течение уже 7 месяцев уничтожает предприятие. Прокопенко приезжал к нам и видел, как работает наш завод, Смолинский торфобрикетный. Но ничего, к сожалению, до сегодняшнего дня не сделано. Идет полное уничтожение предприятия. Предыдущие губернаторы Якулич и Мысник помогали нам и шли с нами в одну ногу даже в Киев. Поэтому мы хотим приехать и услышать, пока не будет решен вопрос по снятию этого горе-директора Черниговторфа. Мы будем стоять здесь на площади и ждать решения. У нас другого уже пути нету, потому что в понедельник будут арестованы все счета, и предприятие полностью станет на колени. Львович, на колени не поставят. Я на колени говорю не людей, а предприятие. Предприятие, а предприятие – это люди. Федерація незалежних профспілок підтримує організацію незалежної профспілки трудящих і її діях. Ми всі пам'ятаємо ті ганебні дії, які трапились шахтарями під Офісом президента. Ми вважаємо, що такі ганебні дії є недопустимі, і ми будемо підтримувати акцію нашої партнерської всеукраїнської незалежної профспілки і її первинної організації Чернігівської області.